Вадим Тонков родился 22 июня 1932 года. В 1953 году окончил актерский факультет ГИТИС. В 1959 году в передвижном эстрадном театре «Комсомольский патруль» начал сотрудничать с актером Борисом Владимировым, исполняя с ним парные сценки в программах «Глазами молодых», «Авт», «Т», «Я», «Левицкий», «Получите 15 шуток», «Авт», «А», «Арканов и Левицкий», «Происшествие на перекрестке», «Авт», «Г», «Зубков». После закрытия театра в 1963 году сотрудничество было продолжено. Тонков и Владимиров продолжили выступления на эстраде. Их эстрадный репертуар состоял из инсценированных сатирических рассказов. «Уравнение с одним неизвестным» А. Арканова, «Хочу харчо» И. «Под горячую руку» Г. Горина, «Слон» А. Курлянского и А. Хайта, «Происшествие в кабинете директора цирка» М. Захарова, «Ордер на убийство» Р. Шекли. После смерти партнера Бориса Владимирова в 1988 году изредка выступал один в образе полюбившейся всем старушки. Скончался Вадим Тонков 27 января 2001 года. Похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.